Я думаю, что никакой угрозы превращения интернета по модели КНДР нет, поскольку в КНДР, кажется, нет никакого интернета, да. А вот китайская модель, я думаю, будет принята многими, может быть, отчасти нами. Вообще во всех странах мира сейчас усиливается контроль за интернетом, поскольку когда в интернет пришли сотни миллионов людей, туда пришли различные криминальные, террористические группы и так далее, возникла необходимость контролировать как-то его. Поэтому я думаю, что будет происходить, устанавливается национальный контроль над интернетом во всех странах мира, включая в Россию. В России это будет происходить быстрее, поскольку в отношении России осуществляется проект смены политического режима и организации извне государственного переворота. У нас в этом поэтому несколько больше необходимость. Но для нас при этом очень важно, чтобы, ограничивая террористов, криминалитет и переворотчиков там, с пятой колонны в нашем интернете, мы тем не менее сохранили всю свободу для законопослушного гражданина. Вот этот принцип должен быть обязательно. Ограничения все только нарушителям, а нормальному законопослушному гражданину он должен вообще не замечать никаких нарушений.